Зеркала блестят в защитном шлеме ПЭП. В бак залит бензин и мотор нагрет. Все участники гонки занимают места. И звучит на автодроме команда «Старт». Звучит команда «Старт». Звучит команда «Старт». Хорошо, Пеп. Готов? Лови. Срочная почта, бип-бип. Ух ты. Вот это да. Это отрика красной полоски. Меня приглашают принять участие в гонке, которая состоится в Автограде. Какая радость! Извини, бип-бип, я не люблю спешить, но мне еще надо доставить другие приглашения. Поговорим позже, бип-бип, хорошо? Эй, Пеп, поехали, дружок! Ваш кузов перестал блестеть, свет фар не радует яркостью. Не откладывайте, сегодня же посетите автомойку. Всего две монетки, и вы снова будете блестеть. Две монетки за чистоту и яркий свет ваших фар. Автомойка Автограда, вам нужны всего лишь две монетки. Вы когда-нибудь собирали цветную капусту? А спелые помидоры? Мистеру Бальдини как раз требуется сборщик овощей и фруктов. Если вам нужно заработать пару монеток, обращайтесь к Бальдини. 68 смешных машинок. Встречайте на трассе Автограда 68 смешных машинок. Их возглавят Рик Красная Полоска и Зеленый Клайд. Они заставят вас смеяться, ведь именно поэтому они называются смешными машинками. Все 68. Сегодня в Автограде весь день будет замечательная погода. На небе не будет ни облачка. Ну, Пеп, попробуй ты. Отлично, Пеп. Надеюсь, мы не слишком сильно напугали этого зверька. Ну, думаю, я могу ехать дальше. Автодром, я скоро приеду. Жди меня. Привет, Рик. О, кажется, это мой старый друг Бип-Бип. Ты здесь, чтобы принять участие в большой гонке, проводимой в Автограде? Ты совершенно прав, Рик. Пеп и я ждали этого целую вечность. Значит так, Бип-Бип, если ты хочешь участвовать в гонке, то ты должен твердо держаться на дороге, быть быстрым, как реактивный самолет, и самое важное – быть в безопасности. Для этого тебе необходимы определенные вещи. Я знаю, я могу найти все, что мне нужно в Автограде. Вот список того, что тебе необходимо иметь. Высокооктановый бензин, гоночные покрышки, защитный шлем для Пепа и треугольный флажок с номером 8. Ты будешь участвовать под этим номером. Спасибо, Рик. Не могу дождаться гонки. Мне лучше заняться делом. Нужно многое сделать, чтобы принять участие в гонке. Это Чак! Кажется, он попал в беду! Ну, как поживаешь, малыш Бип-Бип? Хорошо, Чак! А что с вами случилось? О, я нечаянно наехал на гвоздь. Теперь в колесе дыра, и мне нечем ее заделать. Может, я смогу помочь? Я был бы счастлив получить любую помощь. Ты можешь подъехать к моему магазину и найти возле него резиновую ленту? С
Судя по дыре в моем колесе, мне нужна треугольная заплата. Хорошо, я сделаю, что смогу. Спасибо, малыш. Я у тебя в долгу. Кого я вижу? Это мой любимый покупатель. Пип-пип. Добрый день, миссис Уиджет. Я просто зашел посмотреть. Пожалуйста, смотри, сколько твоей душе угодно. А я буду проверять новые игрушки на складе. Хочу убедиться, что они все работают. Как интересно! Я всегда это делаю. Должно быть, эти батарейки бесплатные. Отлично! Они могут пригодиться. Петли и болт. Раскладная книжка. Я люблю такие. Миссис Уиджи, хочу сказать вам большое спасибо за бесплатные батарейки. Они для этого там и лежали. Уж я-то знаю, чтобы малыши были счастливыми, в их игрушках всегда должны быть работающие батарейки. Не обращай на меня внимания. У меня много работы на складе. Добрый день, Бип-бип. Добрый день, мистер Бальдини. Как у вас дела в этот солнечный день? Отлично, Бип-бип. Эй, Бип-бип, у меня закончились некоторые овощи и фрукты. Не мог бы ты оказать мне услугу и собрать для меня на ферме некоторые из них? Конечно. А что вам нужно, мистер Бальдини? Ну, сейчас посмотрим. Мне нужен помидор, початок кукурузы и брокколи. Хорошо, я соберу это. Отлично! Собери их вот в этот ящик и привези мне. За это я дам тебе 2 монетки. О, спасибо, мистер Бальдини. Монетки мне пригодятся. Отлично! Желаю удачи! Бензин! Этой бутылке здесь совсем не место. Ее нужно переработать. Это качественный высокооктановый бензин. По словам Рика, для гонок нужен именно он. Отлично! Ух ты! Действительно высокооктановый! Мой двигатель работает гораздо лучше на этом качественном высокооктановом бензине. Привет, ковбой Джек! Да это же Бип-бип! Я так давно не видел тебя! Ну как, тебе нравится мой зверек? Это Як. В это трудно поверить, но он еще очень маленький. О, он очень милый. Сегодня я ради этого неугомонного малыша остался дома. Единственная проблема, он всегда голоден, а я никак не могу запомнить, что же он ест. Хотя если бы я вспомнил это, я бы не смог уйти из дома, чтобы купить ему корм. Джек, может я смогу узнать, что он ест, и привезу это вам? Бип-бип, это было бы замечательно. Живая азбука. На это стоит посмотреть. Як. В Азии живет большой дикий як, весь покрытый густой шерстью, которая защищает его от холода. Малыши яка очень любят молоко.
Осторожно, малыш! На что это я наехал? Ну, неважно, я все равно ничего не вижу. Ух ты, это фонарик. Бибип, тебе нужен этот старый фонарик? Он уже давно не работает. Торвилл, а почему он не работает? О, в нем нет батареек. Возьми его, если хочешь. Спасибо. Не стоит благодарности, Бибип. Думаю, батарейки из магазина игрушек подойдут сюда. Отлично! На ферме у меня растет большой красивый сад. Фруктовые деревья рядами там стоят. А еще в моем саду посажен виноград. За чудесным садом ухаживать я рад. Сажаю я капусту на моих больших полях. Брюссельской и цветной капусты много у меня. Растет моя капуста не по дням, а по часам. На ферме сможешь ты всегда увидеть это сам. Ну, Бибип, что привело тебя ко мне? Мистер Бальдини хотел, чтобы я собрал некоторые овощи и фрукты. О да, он говорил мне об этом. Проезжай дальше. Спасибо. Мне нужно поискать овощи для мистера Бальдини. Осталось найти помидор, початок кукурузы и брокколи. Это же брокколи! Мне нужно несколько штук. Несколько штук мне пригодятся. Как же туда проехать? Я не знаю, как я смогу попасть туда. Кукуруза! Мистер Бальдини просил именно это. Лучше взять это с собой. Помидоры!
Мистеру Бальдини нужно именно это. Лучше взять это с собой. Вот, все на месте. Теперь мне нужно отвезти ящик мистеру Бальдини. Крюк! Очень опасно оставлять его на дороге. Я возьму его с собой. Это крюк, который я нашел в тоннеле. Здравствуйте, мистер Бендер! Рад, что ты навестил меня, Бибип! Я так давно не видел тебя! Я приехал к вам, чтобы поздороваться и спросить, можно ли взять эту бутылку? Я бы и сам отвез ее, но в последнее время у меня слишком много дел. Можешь ее взять. Спасибо! Я думаю, у меня есть то, что принадлежит вам. Он ваш? Конечно! Бибип, ты настоящий друг. Почему бы тебе не прикрутить его? Тогда я смогу перенести трубы. Спасибо, Бибип. Постой-ка в сторонке. У меня есть работа. Дорога свободна! Спасибо, Бибип! Так хорошо снова приняться за работу! Пожалуйста, Пит! Здравствуйте, Бетси! Привет, Бибип! Что случилось? Ничего особенного, Бетси! Просто я готовлюсь к гонке! О, мой двигатель начинает урчать, когда я об этом думаю. Это отличная гонка. Конечно. Простите, Бетси, вы не против, если я забью несколько гвоздей? Вовсе нет, Бибип. Вообще-то мне пригодилась бы твоя помощь. У меня много гвоздей, которые нужно забить. Ты окажешь мне огромную услугу, если сделаешь это. Хорошо, Бетси, я попробую. Вы только посмотрите на эти гвозди. Нужно приняться за работу. Вот так. Передо мной еще несколько гвоздей. Внимание! Вперед! Мне нужно забить все эти гвозди. Вот так. Bye.
нужно приняться за работу. Внимание, вперед! Мне нужно забить все эти гвозди. Вот так. Передо мной еще несколько гвоздей. Внимание, вперед! Передо мной еще несколько гвоздей. Внимание, вперед! Нужно приняться за работу. Внимание, вперед! Вы хотите закончить игру? Знаете, Бетси, я забил все до последнего гвоздика. И почему это меня не удивляет? Отлично, Бибип! Что ж, мне нечего дать тебе взамен. Разве что маленький подарок, знак благодарности. Как ты смотришь на то, чтобы получить защитный шлем? Тебе он не подойдет, но твоей собаке будет как раз. Спасибо! Пеппу как раз нужен шлем для гонки. Отлично! Резиновая лента! Чак сказал, что я могу взять одну, чтобы помочь ему отремонтировать его колесо. Теперь осталось найти ножницы, чтобы вырезать заплату. Здравствуйте, мистер Крэнк! Привет, Бибип! Какая большая куча вещей! О, ты мне об этом говоришь? Этим утром я нечаянно врезался в полку с моими вещами, и они рассыпались. Сам я не справлюсь со всеми этими вещами. Не беспокойтесь, я приведу их в порядок. Я буду несказанно счастлив, если ты это сделаешь.
Но тебе следует помнить, что у каждой вещи есть свое место. Они размещались на полке очень компактно. Хорошо, мистер Крэнк, я это учту. Кажется, все готово. Правда, я не смог найти место для канистры. Клянусь моим бампером, раньше у меня не было этой вещи. Можешь оставить ее себе, Бибип. Может, она тебе пригодится. Быть может. Теперь я смогу набрать высокооктановый бензин для гонки. Большое спасибо. Нет, это тебе спасибо. Только тебя следует благодарить. Пожалуйста, мистер Крэнк. Я рад, что сумел помочь вам. Ровер. Привет, Бибип! Вы не против, если я возьму эту бутылку? Конечно нет! Бери! Спасибо! Ровер, я бы хотел пакет молока. Более свежего молока ты нигде не найдешь. Отлично! Держи! Спасибо! Что я вам должен? Ты шутишь? Это я у тебя в долгу. Ты же помог мне прилететь сюда с Луны. Для тебя здесь все бесплатно, Бибип. Ой, как это мило, Ровер. Холодное молоко. Думаю, его стоит сохранить. Чтобы включить автомат, нужно поставить в него еще две бутылки. Чтобы включить автомат, нужно поставить в него еще одну бутылку. Да, такой аккуратный перерабатывающий автомат. Может, где-то на улицах города я смогу найти бутылки на переработку? Надо вырезать заплату для пробитого колеса чака. Какой же формы нужна заплата для чака? Думаю, мне нужна новая заплата. Треугольная форма. Теперь я смогу помочь Чаку. Бип,
кончик. Привет, ковбой Джефф. Привет, Бибип. Вот, немного корма для малыша. Ты прекрасный помощник. Моя благодарность не знает границ. Это гоночный флажок? Да, так и есть. Он тебе зачем-нибудь нужен? Конечно, он нужен для гонки. Ты можешь взять его себе. Мне он не пригодится. Спасибо, Джек, вы очень добры. О, пожалуйста. Ты помогаешь мне, я помогаю тебе. Ведь друзья всегда так поступают. О, это замечательно. Теперь мне просто нужно написать на нем мой номер. Возьмите, Чак. Это резиновая заплата в форме треугольника. О, Бибип, ты настоящий друг. Почему бы тебе не прилепить ее к моему колесу, чтобы я накачал его? Хорошо. Почти как новое. Спасибо. Что ж, я поеду к себе. Заезжай в мой магазин в любое время. Я с удовольствием продам тебе новый комплект покрышек. Ух ты! Для гонки мне как раз нужен набор гоночных покрышек. Тогда загляни ко мне, малыш. Ты об этом не пожалеешь, вот увидишь. До свидания. Держите, мистер Бальдини. Спасибо, Бибип. Как я и обещал, вот тебе две монетки. Спасибо. Пожалуйста, если захочешь наполнить мой ящик, просто скажи об этом. Автомойка. Опустите две монетки, пожалуйста. Хорошо, я так и сделаю. Автопокраска. Ух ты! Здесь я могу перекраситься. Ух ты! Пустая бутылка. Ей здесь не место. Ее нужно увезти. Этой бутылке здесь совсем не место. Ее нужно переработать. Качественный высокооктановый бензин. Наполним бак. Отлично! Этого бензина мне хватит. Это лист, который дал мне Рик Красная Полоска. Осталось найти гоночные покрышки и
мой официальный номер на флажке, и тогда я смогу участвовать в гонке. Ты хочешь еще раз съездить на ферму и собрать для меня овощи и фрукты? Конечно, хочу! Что нужно собрать? Сейчас посмотрим. Мне нужно яблоко, морковка и цветная капуста. Хорошо, мистер Бальдини. Огромное спасибо, Бибип. Я буду ждать тебя. Удачи! Я просигналила, моя очередь. Нет! Ты что, не слышал моего сигнала? Интересно, где я смогу найти овощи и фрукты, которые просил мистер Бальдини? Осталось найти яблоко, морковку и цветную капусту. Салат-лоток? Мистеру Бальдини это точно не нужно. Яблоки. Мне нужно несколько штук. Это стоит взять. Я уже собрал яблоко. Осталось найти морковку и цветную капусту. Это салат-лотук. Мистер Бальдини это не заказывал. Мистеру Бальдини нужно именно это. Лучше взять это с собой. Посмотрите, это же цветная капуста. Это то, что заказывал мистер Бальдини. Я возьму это. Вот, все на месте. Теперь мне нужно отвезти ящик мистеру Бальдини. Thank you.
постоянно мусорит. Я подберу эту пустую бутылку и отвезу на переработку. Держите, мистер Бальдини. Спасибо, Биби. Как я и обещал, вот тебе две монетки. Спасибо. Пожалуйста, если захочешь наполнить мой ящик, просто скажи об этом. Пустая бутылка. Ее нужно увезти отсюда. Бибип, ты не мог бы мне оказать услугу и отвезти ее на переработку? Так точно, Смоки. С удовольствием. Спасибо, малыш. Я у тебя в долгу. Это заработанные монетки. Их у меня 5. Чтобы включить автомат, нужно поставить в него еще 2 бутылки. Чтобы включить автомат, нужно поставить в него еще 1 бутылку. Как интересно! Такой аккуратный перерабатывающий автомат. Думаю, этого делать не стоит. Чак, скажите, пожалуйста, мог бы я купить у вас гоночные покрышки? Рик сказал, что если я хочу участвовать в гонке, то без этих покрышек мне не обойтись. Эти покрышки лучшие в своем роде. И за то, что ты мне помог, я могу продать тебе их по специальной цене. Это интересно. И за сколько? Обычно я продаю 1 покрышку за 2 монеты. Но для тебя я отдам тебе все 4 покрышки. За 4 монеты. Таким образом, ты экономишь целых 4 монеты. У меня есть 4 монеты. Отлично. Давай их мне. А себе бери новенький комплект покрышек. Вот, Чак, 4 монеты. Спасибо, Бибип. Я измерю тебя. Покрышки должны быть тебе впору. Не бойся, это не больно. Так, так. В самый раз. Бибип. Ты стал обладателем самых качественных гоночных покрышек. Наденешь их прямо сейчас или потом, перед началом гонки? Я не хочу превышать скорость во время езды по автограду. Думаю, я надену их перед гонкой. Вы не против, если я возьму эту бутылку?
Конечно нет, бери. Спасибо. Бип-бип, привет! Здравствуйте, миссис Камерон! Я просто хотела узнать, можно ли взять у вас пустую бутылку, чтобы отвезти ее на переработку? О, ты бы очень помог мне, спасибо! Хорошо, я привезу вам за нее монетку. О, нет, Бип-бип, оставь ее себе. Спасибо, миссис Камерон! Чтобы включить автомат, нужно поставить в него еще две бутылки. Чтобы включить автомат, нужно поставить в него еще одну бутылку. Как интересно! Такой аккуратный перерабатывающий автомат. Может, где-то на улицах города я смогу найти бутылки на переработку? Это лист, который дал мне Рик «Красная полоска». Осталось найти мой официальный номер на флажке, и тогда я смогу участвовать в гонке. Бутылка. Ей здесь не место. Ее нужно увести. Смелее! Опускайте три монетки, и вы сможете проехать. Отлично! Я смогу сделать это. Смелее! Опускайте три монетки, и вы сможете проехать. Это одна из трех. Еще две, и вы сможете проехать. Уже две монетки. Благодарю вас. Итак, вы опустили три монетки. Можете проезжать. Вот это да! Выберите цвет, дружище. Зеленый. Наверное, мне это понравится. Что ж, покрепче закройте глазки. Отличный вид! Ух, это было так весело! Это лист, который дал мне Рик «Красная полоска». Осталось найти
мой официальный номер на флажке, и тогда я смогу участвовать в гонке. Ух ты! Рик сказал, что у меня должен быть флажок с номером, под которым я буду стартовать. Так, посмотрим. Мне кажется, он сказал, что мне нужен флажок с номером 8. Номер 8. Для флажка мне нужен именно этот номер. У меня уже есть номер на флажке. Для флажка мне нужен именно этот номер. Ух ты, это замечательно! Я собрал все, что нужно для участия в гонке «Автоград 5000». Ура, я готов к гонке! Привет, Рик! У меня есть все, что необходимо для моего участия в гонке. Отлично, Бип-Бип, ты как раз вовремя. Отправляйся в гараж, наши парни как следует подготовят тебя к гонке. Ты станешь самой настоящей гоночной машиной. Жду тебя на гоночной трассе. Ты выглядишь так, как будто готов к гонке. Так и есть. Отлично, тогда поехали к старту. Участники, заводите моторы. На старт. Внимание. Марш. Ты молодец! Первое место! Отлично! Спасибо, Рик! Ну что, еще раз проедешь? Думаю, на сегодня с меня хватит. Тогда, малыш, поехали к месту награждения.
Дамы и господа, рад представить вашему вниманию победителя гонки «Автоград 5000». Это Бип-Бип! Как держать, малыш? Спасибо! Всем большое спасибо за то, что помогли мне собрать необходимые вещи. Пепси за шлем. Особенно благодарен Пеп. Увидимся в следующий раз. И не забывайте, главное не победа, главное участие в гонке. Экономичность. Черта Атланта. Атлант. Талантливая техника. Чисто, молочно, смачно, точно. Свежий, нежный, с гир засниженный. Ласо клёво, небо стого. Тут белоснежная я гордова. Йогурт карпатский. Чисто, молочный. Галичина, чиста краса. Му-му. 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 Добриня. Му-му. З молока добрих корів. Мне нужно было найти моего команду отрезку, чтобы рассказать о нем. Фредди, тебе нравится полет, предоставленный авиалинией Пеликана Сэма? Очень, Сэм! Привет! Привет! Мы уже приплыли, Фредди! Почти!
приплыли. Давай скажем бабушке Рупер, куда мы поплывем. Мне так не терпится попасть в цирк. Как здорово! Это должно быть интересно. Крепче держи наш билет, Пеп. Мы не должны потерять его. Большой цирк мистера Суини. Скоро в Яблочной долине. В Автограде началась неделя цвета. Белая Белла поможет вам выбрать цвет, который подойдет именно вам. Цвет Автограда. Теперь вы можете выбрать цвета с перламутром. Вот это да! Клоуны, акробаты, львы, тигры и медведи! Да, вы не ошиблись, сегодня в Яблочной долине состоится большое представление. Не пропустите его! Кафе на обочине. Полный завтрак с добавлением витамина Г для тех, кто любит взрывные газовые смеси. Заметили царапины на крыльях? Стерлась полировка на бампере? Фары светят не так ярко, как раньше? Быть может, настало время посетить центр обслуживания и подремонтировать. Вам поставят новые искристые свечи и наведут блеск на хромовых деталях.
Итак, нам предстоит долгое путешествие. Нужно поспешить. Яблочная долина, мы уже едем. Эй, это же коза! Она довольно милая. Я не могу проехать, пока на дороге стоит коза. Нужно придумать, как прогнать козу с дороги. Эта коза загораживает дорогу к яблочной долине. Кажется, эта коза не хочет уходить. Пеп, нам нужно найти что-то, чтобы прогнать козу с дороги. Думаю, мы не встречались раньше. Меня зовут Кэссиди. Железный Кэссиди. Рад познакомиться. Я Бип-Бип. Как дела, Бип-Бип? Ты не мог бы сделать так, чтобы эта коза ушла с дороги? Мне кажется, она проголодалась. Хорошо, я постараюсь. Эти красивые цветы могут мне пригодиться. Я возьму их с собой. Попробуй вот это. Вот и получилось. Спасибо, дружище. Я все утро пытаюсь прогнать эту козу с дороги, но ничего не помогает. Я опоздаю в цирк, если эта коза не уйдет отсюда. Так вам нужно в цирк? Ух ты, мы тоже туда едем. Ну, я еду по этой дороге, чтобы доставить в цирк очень важный груз. Опилки. Тонны и тонны опилок. О, нет! Это же мой билет в цирк! Другой я уже не смогу купить. Что же мне теперь делать? Заезжай в мой грузовой вагон. Я привезу тебя прямо в цирк в Яблочной долине. Мы придумаем, как ты сможешь попасть в цирк. С билетом или без него. Ой, спасибо, Кэссиди! Пеп, ты это слышал? Поезд подвезет нас прямо к цирку. Как здорово! Отлично! Вот мы и приехали. Ух ты! Не могу поверить, что я в настоящем цирке. Да, это самый известный цирк. Большой цирк мистера Суини. И именно с ним тебе надо поговорить о своем билете. Мистер Суини самый главный? Ух ты! Где я его найду? Справа от входа, мой друг. Думаю, он будет очень доволен, если ты ему поможешь. Я очень надеюсь. Еще раз спасибо за поездку, Кэссиди. Еще увидимся, Кэссиди. Удачи тебе, мой друг. Вот это да! Вы, должно быть, и есть мистер Суини, самый знаменитый директор цирка в мире. Кажется, вы не слишком счастливы. Конечно, я не слишком счастлив. Сегодня вечером у нас должно быть представление. Отличное шоу, способное восхитить и поразить в самое сердце кого угодно. Но я боюсь, что оно не состоится. Почему? Потому что все перемешалось. Когда мы приехали сюда, все оказалось не на своих местах. 5 моих лучших номеров срываются из-за проблем с реквизитом. Здесь 5 основных артистов. Клоун Хонка, Летающие Свинковские, Блоха Фил, Лев Реджинальд и Кэти Пушечное Ядро. Этот цирк обречен. Может, я смогу помочь вам? Кстати, меня зовут Бип-Бип. Спасибо, Бип-Бип. Вот, возьми это. Может быть, пригодится. Ни о чем не беспокойтесь, мистер Суини. Я позабочусь о том, чтобы все было в порядке. Если ты поможешь мне организовать представление, я подарю тебе билет в мой цирк. Это здорово, потому что мой билет съела коза. Большой цирк мистера Суини. Вот где состоится цирковое представление.
нахожусь под куполом цирка. Нужно все здесь осмотреть. Что-то гудит. Ой, представление уже началось? Нет, не началось. Я помогаю мистеру Суини решить некоторые проблемы. Эй, мне тоже нужна помощь. Ты вовремя. Я Лестер. Рад познакомиться с вами. Я Бип-Бип. Какая помощь вам нужна? Это все мой начальник Фил. Блоха Фил. Он и его трупа сбежали отсюда, и я не знаю, куда именно. Его очень расстроило состояние его шатра, сделанного из зонтика. Ты и сам видишь, что он почти развалился. Может, я смогу найти его? Тогда тебе понадобится это. И раз уж ты занялся этим, попробуй найти новый шатер. Спасибо, Лестер. Орешки. Каждому посетителю по одному пакету. Мне это нравится. Сколько стоят жареные орешки? Обычно я просто меняю одни орешки на другие. Но сегодня, в день большого представления, я раздаю их бесплатно. Ну, только тем, кто сможет победить в моей игре. В игре? Что это такое? Вот, посмотри на нее поближе, и я все тебе объясню. Хорошо, правила игры следующие. У тебя есть 10 орешков, которыми нужно накормить голодные машинки. Если ты накормишь 3 машинки, ты получишь пакет жареных орешков. На старт! Внимание! Начали! Получилось! Ты выиграл в игре «Ореховый снайпер». И за эту поразительную победу я вручаю тебе целый пакет жареных орешков. Совершенно бесплатно, лично от меня, Барта, продавца орешков. Каждому посетителю по одному пакету. Ух ты, спасибо! Эй, что же ты будешь делать с целым пакетом орешков? Съешь их прямо здесь? Нет, сейчас я не голоден. Думаю, я приберегу их на потом. Разумное решение. Может, ты найдешь того, с кем можно поделиться? Полок опущен. Интересно, что там внутри? Сезам, откройся! Вот так! В этом новом костюме я просто смешон. Это унизительно. Реджи, ты ни в чем и никогда не будешь выглядеть смешно. Ни в чем и никогда, Реджи. Честно. Что ты думаешь об этой пародии на костюм? Мне кажется, будто вы собрались искупаться. Искупаться? А, ну конечно. Это же купальный костюм. Как я ошибся. Его нужно немедленно снять. Наконец-то. Вот, тебе нужен этот костюм? Конечно. Он может пригодиться мне. Быть может, я смогу найти где-нибудь ваш костюм? О, большое спасибо. Мне нужен мой королевский костюм. Прошу прощения, но мы с тобой знакомы? Я Реджинальд Корнелиус Антоний III, а это мои помощницы Терри и Мэри. Приятно познакомиться. Очень приятно. Я Бип-Бип. Спасибо за все, Бип-Бип. Мне очень нужен мой костюм. Да, без него мы не сможем участвовать в шоу. Прошу прощения, я ищу одну блоху, Фила, если быть точным.
О, ты пришел туда, куда нужно. В моей шерсти посеялась куча мох. И теперь они не дают мне покоя, заставляют танцевать диско. А я не могу долго танцевать этот бешеный танец. К тому же нужно репетировать. Может, у меня получится найти Фила и уговорить его пойти со мной? О, тогда в цирке не будет медведя счастливее белобродника. Ух ты, как много блох! Интересно, есть ли среди них Фил? Мне нужно найти его. Блохофил, это ты? Да, это правда я, Фил. Я единственный и неповторимый. Думаю, ты хочешь попросить меня вернуться в цирк. Но я не могу этого сделать. Видишь ли, мой шатер сломался. А такой артист, как я, не может работать среди обломков. О, я пообещал Лестеру найти новый шатер, чтобы вы смогли продолжить выступление. Так что вы и ваша труппа может вернуться со мной, когда я найду для вас новый шатер. Какое великодушное предложение. Я его принимаю, но мы не можем путешествовать просто так. Нам нужно что-то теплое, что-то мохнатое, что-то... О, великолепно! Я уже видел подходящее существо. Все за мной! Все в порядке, Пеп. Они поселятся у тебя ненадолго. К тому же они очень славные. Ох, какое облегчение! Благодарю тебя от всей души. Теперь я могу танцевать то, что хочу, и продолжу репетицию вечернего выступления. Кажется, это половинка рецепта. Думаю, мне стоит взять это с собой. Бип-бип! Малыш Джамбо? Как получилось, что ты не в зоопарке Автограда? Этим летом я путешествую с цирком. И знаешь что? Я перестал быть пугливым. Это здорово! Я сам научился рисовать картины. Что ты об этом думаешь, Бип-бип? Это очень хорошие картины, малыш Джамбо. Мама говорит, что у меня талант. Я даже тебя могу перекрасить, если хочешь. О, это будет интересно. Теперь Бип-бип будет фиолетовым. Надеюсь, мне понравится. О, я в этом уверен. Перед нами Бип-бип. Это же отлично, спасибо. Лимонно-желтый. А вот и он. Вот это да. Это будет здорово выглядеть. Готово. Спасибо. Приготовься стать сливово-синим. Надеюсь, это хорошо смотрится. Просто отлично. Я же художник. Все готово. Спасибо, малыш Джамбо. Хе-хе-хе!
Я в дальние страны с цирком летала, много хороших друзей повстречала. Пересекли мы все пустыни, а можно мне конфету с дыней? Мы из саванны в Серенгети. Мне больше нравится спагетти. Ну же, поесть мы сможем позже, давайте петь. Мы все живем в цирке, в большом веселом цирке. И в деревнях, и в городах новых лиц хоровод каждый день. Мы разного роста, но вместе нам просто на всех выступлениях быть на высоте. Мы все живем в цирке, в большом веселом цирке. Кто знал, что здесь так вместе хорошо? Здесь мы танцуем, поем и даже на дыбы встаем. И можем хорошо поспать, покушать сласть. Но это после шоу. Мы все живем в цирке, в большом веселом цирке. Мы все живем в цирке, в большом веселом цирке. Привет, меня зовут Бип-Бип. Я тюлень Себастьян, жонглёр. Подожди, на этот раз у меня получится. Только не... Ух, это, наверное, тяжело. Веришь ты или нет, но мне действительно трудно справиться с этим шаром. Обычно я жонглирую 4 булавами. Но я делаю все, что в моих силах. Если я плохо выступлю на представлении, мне придется идти к клоунам. Могло быть и хуже. Если хочешь, я поищу для тебя жонглерскую булаву. Мне нравится твоя идея. Это было бы замечательно. Если бы у тебя получилось, ты оказал бы старому Себастьяну неоценимую услугу. Наверное, именно здесь делают все необходимые цирку работы по дереву. Я машина-пила. Своей острой пилой я могу распилить что угодно. Выбери форму. Кажется, у этой машины нет пилы. Думаю, она просто потерялась. Может, я смогу где-нибудь найти ее? Вы настоящая полицейская машина? Привет, Бибип, меня зовут Ханк. Я был полицейской машиной, но сейчас я работаю охранником, охраняю цирк. Ух ты! Наверное, это интересно. Да, здесь хорошо. Прости, ты не можешь поехать туда. И туда тоже не можешь. Почему? Тебе нужен подписанный пропуск. Я не могу никого пропустить туда. А как мне получить пропуск? Возьми эти бумаги. Их нужно подписать в 3 экземплярах у того, кто здесь главный. А кто здесь главный? Не могу сказать точно. Скажу, если увижу. Ты тоже узнаешь его, как только увидишь. Хорошо, я постараюсь. Простите, мистер Суини. Охранник Ханк сказал, что мне нужно подписать бумаги, чтобы пройти мимо него. Вы можете это сделать? Конечно, могу. Вижу, что Ханк хорошо выполняет свою работу. Теперь я все время подписываю бумаги. Вот и все. Твой пропуск на дворик нашего цирка. Спасибо.
лучше не проезжать туда, пока я не покажу охраннику, что мистер Суини расписался на моих бумагах. Вот, возьмите, в трех экземплярах. Вы только посмотрите, это же подпись мистера Суини. Ничего лучше и придумать нельзя. Можешь проезжать здесь в любое время. Ой, спасибо! Извини, что спрашиваю, но ты разбираешься в музыке? Немного. А что? Понимаешь, я цирковой оркестр, дирижер и аккомпанемент в одном лице. И у меня возникла маленькая проблема. Мои музыкальные трубочки все перепутались, и еще застрял старый разговорник. Интересно, кто-нибудь сможет правильно расставить мои трубочки, чтобы я смогла выдать разговорник? Я могу помочь. О, это сладостная музыка для моих ушей. Тебе надо расположить трубочки в зависимости от их звучания. От низкой ноты к высокой. Хорошо, я попробую. Малыш, я думаю, нам стоит познакомиться. Я Бетти Музбагон. Я Бип-Бип. Рада познакомиться, Бип-Бип. Хорошо, запомни. Тебе нужно расставить мои трубочки, начиная с самой низкой ноты и заканчивая высокой. Зеленый цвет означает, что трубочка стоит на своем месте. Красный говорит о том, что трубочка поставлена неправильно. Думаю, некоторые трубочки уже стоят на правильных местах. Попробуйте вот так, Бетти. Ура! Получилось! Совершенное звучание! Я так рада! Разговорник языка Хонка? И как же он попал в мою трубу? Разговорник языка Хонка? Что это такое? Это то, что нужно, чтобы поговорить с клоуном Хонка. В цирке почти никто не говорит на его языке, так что разговорник тебе просто необходим. Вот, держи, Бип-Бип. И спасибо за все. Ты настоящий маэстро. Спасибо, Бетти. Отлично! И тебе, Бип-Бип, и тебе. Ох, этот костюм мне маловат. Эй, это же Франсина, знаменитая ныряльщица. Привет, я Бип-Бип. Что вы делаете там наверху? Тренирую прыжки или поддерживаю форму, но бассейн совершенно пуст, поэтому я не могу прыгать. Почему бы вам не налить в него воды? Думаю, из этого не выйдет ничего хорошего. В бассейне огромная дыра. Дыра в форме круга. Я попробую помочь вам. Тогда ты станешь моим героем, Бип-Бип. Мне так нравится прыгать. Зонтик! Кажется, он не отсюда. Нужно вернуть его тому, кто его потерял. О, батут! Думаю, мне стоит взять это с собой. Он может пригодиться.
Ух ты! Наверное, именно здесь мистер Суини хранит все рабочие инструменты. Думаю, никто не будет против, если я возьму пилу. Она может пригодиться, чтобы что-нибудь починить, если я буду с ней достаточно осторожен. Интересно, что это? Наверное, это вторая половинка рецепта. Ух ты! Я лучше возьму ее себе. Интересно, что это за рецепт? Коктейль силача. Секретный рецепт. Интересно, что это может быть? Кажется, это мама Мамбаса из зоопарка Автограда. Надеюсь, я прав. Мама Мамбаса, это вы? Она очень крепко спит. Интересно, что она делает в цирке? Я бы спросил ее, если бы она не спала. По-моему, у меня есть то, что поможет разбудить маму Мамбасу. Смотрите, что у меня есть. Жареные орешки. Орешки! Я все еще сплю. Это просто чудо. Глазам своим не верю. Это действительно ты, Биби? Конечно. Как приятно видеть тебя здесь. Я и малыш Джамбо решили этим летом поработать в цирке. И у моего малыша наступил лучший период в жизни. Я уже видел его, мама Мамба. Правда? Ты видел его прекрасные картины? Конечно, отличные картины. Он сам рисовал их. У него такое воображение. О, есть лишь одно, кроме малыша Джамбо, разумеется, что я обожаю. Жареные орешки. Хорошо, что я привез вам целый пакет. Эту сеть я взяла у кого-то, но не помню, у кого именно. Я могу вернуть ее, мама Мамбаса. Мистер Суини попросил меня помочь с делами. Мне и малышу Джамбо нравится путешествовать с цирком. Нам нравилось в зоопарке Автограда, но я хотела, чтобы Джамбо увидел новые места, завел новых друзей. Да, путешествовать интересно. Точно. Мы делаем то, о чем такая старая слониха, как я, и подумать не могла. Ну, Биби, расскажи маме Мамбасе, как тебе удалось проехать сюда перед представлением? Я помогаю мистеру Суини решить некоторые проблемы. Да, ты всегда любил помогать другим. Ух ты! Наверное, в этом трейлере жил большой силач. Может быть, силачи такие сильные из-за того, что едят овощи и фрукты? Подожди! По-моему, здесь можно приготовить коктейль силача. Наверное, именно здесь можно сделать коктейль силача. Из каких овощей готовится коктейль силача? Коктейль силача. Секретный рецепт. Спаржа, шпинат и груши. Спаржа. Шпинат. Полная. Ух
Ух ты, какой сильный напиток! Остальное я пока оставлю. Привет, я Бип-Бип. Добрый день, я великолепный Марвин. Приготовься увидеть восхитительное и захватывающее дух чудо с картами. Подожди, о чем я думаю? Я не могу совершать чудеса. Мои волшебные карты перемешались. А вы можете привести их в порядок? Я пытался. Я даже использовал волшебную палочку, но это не помогло. Карты должны быть разобраны по парам, а сейчас они все перемешались. Может, я смогу помочь? Это было бы очень хорошо. Интересно, какие карты совпадут? Мяч. Кролик. Нет, они не совпали. Волшебная шляпа. Кролик. 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 Отлично, они совпали. Волшебная шляпа. Волшебная шляпа. Звезда. Мяч. 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 Булава. Звезда. 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 Интересно, для этой карты нет пары. Об этом нужно сказать Марвину. Я закончил, Марвин. Осталась лишь вот эта карта. У нее нет пары. А, жонглерская булава. Я потерял парную карту к ней во время выполнения очень сложного номера. Ты можешь взять ее себе. Спасибо. Нет-нет, не так быстро. Ты заслуживаешь большего, чем простая карта. Ведь ты спас мое выступление. Мумба-юмба, фокус-покус, тилич-покус. Курица? Нет, это совсем не то. Посмотрим. Абракадабра, фокус-покус, крокус. Вот так. А думал, что потерял сноровку. Настоящая жонглерская булава. Она твоя. Вот это да! Спасибо. Думаю, мне поможет батут. Вот так! Прошу прощения. Да? Ты здесь работаешь? Да. Привет, я Бип-Бип. А я Иван, сильный тягач. Правда, сейчас я не так силен, как нужно. Почему? Что случилось? Я не могу найти секретный рецепт коктейля силача. Коктейля силача? Да, он делает тягачи очень сильными. Благодаря ему тягач может поднимать огромные грузы. Но я потерял рецепт. Без коктейля силача я так же слаб, как обычная легковая машина. Так вот зачем нужен коктейль силача? Я уже нашел секретный рецепт и сделал коктейль. Коктейль по секретному рецепту? У тебя он есть? Да, я его сделал. Хочешь попробовать? От такого предложения трудно отказаться. Возьми, Иван.
коктейль, приготовленный по секретному рецепту. О, спасибо, большое спасибо, Биби. Сейчас попробуем. Я чувствую себя действительно сильнее. Вот это да! Коктейль силача может творить чудеса. Смотри теперь, что я могу. Это же отлично! С коктейлем силача огромный груз покажется легким, как пушинка. Особенно такому тягачу, как я. Силы коктейля мне хватит надолго. Интересно. Это похоже на какой-то листок с кодом для пушки. Мистер Суини говорил, что в цирке что-то случилось с пушкой. Думаю, мне стоит взять это с собой. По-моему, эта платформа поднимается к канату наверху. Интересно, что там такое? Сейчас посмотрим. Привет! О, привет! Ты работаешь в цирке? Да, меня зовут Бип-Бип. Здравствуй, Бип-Бип. Я Юнис. Кажется, у вас не очень хорошо получается. Как вы думаете, это вам поможет? Все может быть. Дай-ка взглянуть. Вот, держи этот маленький зонтик. Вот в чем дело-то было. Теперь я вижу, что мой старый зонтик был слишком мал. Это именно тот зонт, с которым я всегда выступала. Теперь все понятно. Спасибо тебе. Пожалуйста. А что мне делать с этим маленьким зонтиком? Оставь его себе. Теперь он мне совсем не нужен. Спасибо. Что ж, как говорится, если с первого раза не получилось, попробуй еще раз. Можно сделать шатер? Еще как можно. Помести его сюда, и все будет в порядке. Ух ты! Это же настоящий шедевр. Филу это понравится. Мне это нравится. Это лучше, чем мой прошлый шатер из бумажного зонтика. Просто потрясающе. Бибип, ты самая лучшая машинка. Теперь я смогу выступать. Прошу прощения, мне нужно подготовиться. Конечно, еще увидимся. Итак, он уже идет. Мне нужно привести себя в порядок. Отлично! Я должен помочь подготовить выступление клоуну Хонка, летающим Свинковским, льву Реджинальду и Кэти Пушечное Ядро. И тогда в цирке состоится большое представление. Thank you.
теперь эта машина сможет выпилить пробку для бассейна Франсины. Круг. Я уверен, что в бассейне круглая дыра. Ух ты! Только не говори мне, что мистер Суини передал нам, чтобы мы выступали без страховочной сетки. Скажи ему, что летающие Свинковские не будут этого делать. Мы отказываемся выполнять трюки в воздухе без страховочной сетки. А вы знаете что? Мне кажется, она у меня есть. Ух ты! Это наша страховочная сетка. Спасибо. Интересно, что же с ней случилось? Теперь ваши выступления будут безопасны. Акробаты Свинковские снова могут выступать. Давай, мам, давай, папа. Я хочу потренироваться в выполнении переворота вокруг себя. Хорошо, Хэмми, мы уже идем. Еще раз спасибо. Не за что. Вот это да! Я должен помочь подготовить выступление клоуну Хонка, льву Реджинальду и Кэти Пушечное Ядро. И тогда в цирке состоится большое представление. Эй, ты починил бассейн? Конечно! Фантастика! Почему бы тебе не наполнить его водой? Тогда я смогу прыгнуть вниз. Хорошо. Так, кажется, в бассейне достаточно воды. О, я так хочу потренировать свои прыжки в воду. А я хочу посмотреть их. Готов увидеть красивый прыжок? Простите, Франсина, это не ваше? Вот это да, действительно мое. Неудивительно, что этот костюм мне мал. Отлично, ты мой спаситель. Вот, это мне больше не нужно. Спасибо. Лев Реджинальд будет рад получить это. Ваш костюм, Реджинальд.
Спасибо. А теперь, с вашего позволения, Реджинальд Корнелиус Антоний III готов выйти на арену. Мы не можем терять время. Нужно спешить на репетицию. Спасибо, Биби. Да, ты настоящий друг. Увидимся на представлении. Конечно! Здорово! Я должен помочь подготовить выступление клоуну Хонка и Кэти Пушечное Ядро. И тогда в цирке состоится большое представление. Держи, Себастьян, жонглёрская булава. Потрясаюсь! Она очень похожа на остальные булавы, которыми я жонглирую. Вот это да! Здорово! Вот, возьми этот шарик! Спасибо! Нет, это тебе спасибо! Вот это да! Ты мне очень помог! Теперь я снова буду замечательно жонглировать! Ух ты! Наверное, это клоун Хонка. Привет, Хонка! Интересно, что он хочет сказать? Думаю, у меня есть то, что поможет мне понять язык Хонка и узнать, чего он хочет. Этот разговорник поможет мне поговорить с клоуном Хонка. Что же он пытается сказать? Посмотрим. У тебя развязался большой бант? Думаю, это был неправильный перевод. Тебе нужно искупаться в молоке? Нет, это тоже было что-то не то. Подожди! Вот то, что нужно! У тебя нет клоунского носа! Если это все, то у меня уже есть то, что может служить носом. Держи, Хонка! Это маленький красный шарик. Он поможет тебе?
Пожалуйста, Хонка, с удовольствием. Увидимся в цирке. Вот это да! Я должен помочь подготовить выступление Гетти Пушечное Ядро. И тогда в цирке состоится большое представление. Прошу прощения, вы ищете вот это? Мой листок с кодом. Теперь я смогу правильно навести пушку. Кого я должна благодарить за это? Я Бип-Бип. Мистер Суини попросил меня помочь. О, Бип-Бип, привет. Я Кэти Пушечное Ядро. Не могу в это поверить. Теперь я могу спокойно выполнять мой трюк. Конечно, после того, как будет введен код. Я с радостью помогу вам. Правда? О, как хорошо. Спасибо. Панель управления там. На этой панели управления установлен кодовый замок для безопасности. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Желтый. Надеюсь, у меня получится. И мешок с картошкой попадет в цель. Итак, Бип-Бип, посмотрим, что получилось. О, простите, мешок пролетел мимо мишени. Это не страшно, это не так уж и легко. Поэтому я всегда провожу испытания на мешках картошки. Нужно сделать это еще раз. Зеленый. Надеюсь, у меня получится. Итак, Бип-Бип, посмотрим, что получилось. Вот так. Отлично, Бип-Бип. Браво, мы сделали это. Нет, Бип-Бип, ты сделал это. Даже не знаю, что бы я без тебя делала. Ну, мне лучше вернуться в цирк. Я не хочу опоздать. Мне нужно много времени, чтобы потренироваться. Нужно будет хорошо выступить. Я буду ждать тебя, Бип-Бип. До встречи, Кэти. Ой, только что меня поцеловала настоящая звезда. Ух ты! Все основные номера готовы. Как здорово! Все готово для начала большого вечернего представления. Добро пожаловать на открытие нашего цирка. Наше большое вечернее представление состоится только благодаря помощи нашего особого гостя Бип-Бипа. Ой, спасибо! В знак благодарности за все, что он сделал для нас, мы предоставляем ему право выступить первым. Выбери свое выступление, Бип-Бип. Когда будешь готов, нажми эту кнопку, и артисты нашего цирка продолжат представление. Ух ты, какой же номер выбрать? Ха-ха-ха!
Ты можешь показать нам еще одно отличное выступление или нажать красную кнопку, чтобы начать большое представление. Ух ты, какой же номер выбрал?
Ты хочешь выйти из игры?
Экономичность. Черта Атланта. Атлант. Талантливая техника. Чисто, молочно, смачно, точно. Свежий, нежный, заснеженный. Ласо клёво, небо стого. Тут белоснежная я гордова. Йогурт карпатский, чисто молочный. Галичина, чиста краса. Му-му. 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 Добриня. Му-му. З молока добрих корів. Фредди, тебе нравится полет, предоставленный авиалинией «Пеликан» Сэма? Очень, Сэм! Привет! Привет! Мы уже приплыли, Фредди! Почти! Вот мы и приплыли! Давай скажем бабушке Группер, куда мы поплывем! Профессору Року заехать к нему этим утром, чтобы показать мое сочинение по истории, калькулятор и мой новый школьный портфельчик. Это моя монетка. Лучше не уезжать без нее. Давай, Пеп, поехали, навестим профессора Рока. Пеп, мы приехали. Это лаборатория профессора Рока. Вы слушаете новости Автограда. Сегодня в нашей программе интервью с профессором Роком о его машине. Так что оставайтесь с нами и приготовьтесь услышать невероятное! Мистер Рок, знаменитый ученый, открыл способ путешествовать во времени и изобрел для этого специальную машину. Если вы хотите изменить свою жизнь, приезжайте в автопокраску. Всего за несколько монеток вы сможете предстать перед миром в новом цвете. Мы ждем всех желающих. У вас потускнели колпаки? Они больше не радуют вас своим блеском? Что ж, в магазинчике «Колпаки Харви» вы сможете выбрать себе роскошные колпаки любого цвета и размера. Чувствуете усталость и потерю энергии? У вас заканчивается топливо? Начните свой день с отличного высокооктанового бензина. Вы не пожалеете! Надоела дистопливная диета?
Попробуйте новую высококалорийную топливную смесь. Вы сможете найти ее на заправке в отделе для гурманов. Мистер Рок, знаменитый ученый, открыл способ путешествовать во времени и изобрел для этого специальную машину. У вас потускнели колпаки? Они больше не радуют вас своим блеском? Что ж, в магазинчике «Колпаки Харви» вы сможете выбрать себе роскошные колпаки любого цвета и размера. Здравствуйте, профессор Рок! Здравствуй, Бибип! Я как раз доделываю мою машину времени. Вот это да! Настоящая машина времени! Она может переносить вас в другое время? Не знаю, еще не знаю. Я не думаю. Вообще-то я не думал путешествовать лично. Я лишь хотел, чтобы она сама показывала мне прошлое и будущее. Через временной портал, как телевизор. Только все, что ты видишь, реально. Ух ты, как интересно! На самом деле, я как раз собирался испытать, как она работает. Вот, я покажу тебе. Здорово! А потом я покажу вам свое сочинение по истории и новые вещи для школы. Ох, о чем я только думал. Мне нужна монетка, чтобы запустить стиральную машину. А у меня нет ни одной. Думаю, у меня есть то, что поможет решить эту проблему. Профессор Рок, вот монетка. О, это не просто монетка, Бибип. Это ключ к огромным знаниям. Благодаря стиральной машине устанавливается равновесие между частотой обратного вращения, молекулярным трением и позитронным циклом. Только не это! Этого не должно было случиться! Это очень плохо. Согласно моим расчетам, портал нельзя закрыть, пока вещи из нашего времени находятся в других временах. Не волнуйтесь, профессор Рок, я проеду в портал и все привезу. Безопасность временного портала и всего мира зависит от тебя. Последние новости! В ходе научного эксперимента щенок Бип-Бипа Пеп был затянут машиной времени. Слушайте подробности в следующем выпуске новостей. Итак, что же случилось со щенком Бип-Бипа? По словам профессора Рока, Бип-Бип решил проехать в портал, чтобы разыскать Пеппа и свои вещи, затерявшиеся во времени. Если у него все получится, профессор закроет портал. Очередное сообщение об эксперименте с машиной времени. Профессор Рок говорит, что если портал не закроется, его посетители будут в опасности. С вами новости Автограда. Мы хотим сообщить, что не располагаем новыми сведениями о приключениях Бип-Бипа. Будь осторожен, Бип-Бип. Удачи тебе. Ух ты!
Я бы принял все это за научный фильм, но на самом деле это реальность. Кажется, Пеп и мои вещи оказались в одном из этих времен. Интересно, куда поехать сначала? Если уйти за грань пространства и времени, сможешь увидеть ты раз, два, три, четыре красочных места, наполненных тайнами. Там тебя встретит Пеп и сочинение. Там ты свое сочинение найдешь. Труден твой путь, но его ты пройдешь. И помни одно, лишь тебе суждено проехать сквозь время. Проехать сквозь время? Проехать сквозь время. Здесь динозавры и замки король. Ты будешь многое знать. Не забудь о внимании, ищи приключений в других измерениях. И помни одно, лишь тебе суждено проехать сквозь время любви. Отлично, брат!